реализовали. Смотрим на повтор. Мы видим, что Ализи стартовал не очень уверенно. Джан-Карло Фитигела хорошо, но лучше всех Мика Хакинен. Посмотрите, Хакинен моментально прошел Ализи. Барикелло слева и также выглядит очень неплохо. На торможении мы видим, что одновременно обходит Хакинен Фитигелу и Шумахер обходит Ализи. Более того, даже Рубенс Барикелло умудрился уже в первом же повороте опередить Ализи. А сзади вы видите вот это самое столкновение.